Всем привет, с вами Андрей Каспер. И сейчас мы спустились с плато Бермамыт через Хасаут и едем в урочище Джелусу. Туда ведет несложно, но весьма и весьма живописная дорога. День начался классно. Красивый рассвет на плато. Зрелищный спуск. Нормально, пройдешь, все. И отличная погода по пути. Хотя и вчера, и сегодня обещали дождь, град и всяческие стихийные бедствия. Но, видимо, в этот раз мы были хорошими туристами. Качаемся. Качаемся? Как же без этого? Хорошо, что колеса стравились. Если бы не стравились, то подол бы порезал. Камней было дофига. Тем, которые редактируют эти самые бамперы, нижнюю юбку сделать с косом нормальным. Угол подъема 45 градусов, как положено нормальным пацанам. Да. Каптюр надумал делать лифт. Да. У тебя... И еще и бампер менять, да? Посмотрим, да. Лебедка. Проходимость строена. Сразу реально возрастет. Шноркель, лебедка, все как положено. Как положено для Каптюра. В общем, через год, можно даже чуть раньше, в следующем году, ждем вас уже в новом виде. На 31-х колесах. Арки порезать. Не помешано, они тогда нифига не влазят. Арки расширители будут стоять. 35-е Гудричи. Они нифига не влазят. Так арки порезать, нормально режется. Наша колонна, впереди Нива, два Дастера и Каптюрчик, один Дастер шел вперед. Этот день мы проведем без ночевки, так как ребятам из Краснодара пора возвращаться домой. Одна из машин уехала еще утром, но остальные все-таки решили довести поездку до логического конца. По пути часто встречаются обвалы, местами из мелких камней, а местами размером с хорошую машину. Очень хорошо, что такие крупные попадаются довольно редко. Остановились возле красивого места. Обзорная площадочка. Поднимусь наверх. В этом месте стоит задержаться подольше. Ведь смотровая площадка весьма и весьма красива. И еще немного скал из фильма «Аватар». А внизу, в ущелье, течет река Харбас. Дождь все-таки пошел. Все-таки он нас догнал. Какая-то туманная дымка или не дымка, что-то непонятное. Небо молочного цвета. Небо с дорогой одного цвета. Град маленький, да, был? Да, мелкий град только что прошел. Такой мощный, выпачивающий дождь. Мелкий град. Ой, какая красота, а? Вот что-то странное. То ли снег, то ли град. Проезжаем. Какая сейчас высота? 2400 высота. Да. Ну, как, короче, какое-то сентября, начало сентября. Справа по курсу уже можно увидеть урочище Джелусу. А там наверху гора Сир. Ну, наверное, по совместительству перевал. Видно, спускается какая-то машинка. Соболь 4 на 4!
Наконец-то мы с тобой встретились. Алексею привет. Мы уже практически добрались. Осталось совсем немного. Пересечь реку Кызылков и проехаться по серпантину. Вот мы и в Джилусу. Ну вот здесь стояночка, уже крайняя, дальше только пешком. Люди идут наверх к серебряному источнику. Вот туда они должны подняться, потом еще выше в горы. И в ту сторону будет серебряный источник, поляна Эммануэля. Спускаемся в долину. Вот там вот ванны левее. И там наверху будет водопад Султан. А это что-то новенькое, маленькие водопадики такие. Практически девичьи косы. Водопад Султан. Красивый большой водопад. Достопримечательность этого места. Ну, в отличие от софийских водопадов, сюда мы обязательно поднимемся. Там находится купальня. Набираем местный нарзанчик, лечебный. Здесь он повсюду, от всего лечит. Разные типы нарзанов. Это для глаз? Хорошо. Выше для почек, ниже там еще для чего-то набирали. В общем, лечимся сразу от всех болезней. Приближаемся к водопаду. Вот он, красавец. А вот так выглядит основной водопад Султан и альтернативные водопадики мелкие. Идти недалеко, но подъем довольно-таки крутой. Выгребаем. Это какой-то аватар. Безумно красиво. Шикарно, шикарные водопады. А там даже радуга висит. Наши уже пробрались к водопаду. Некоторые вернулись. Ну а я из-за фото всегда задерживаюсь. Все ближе и ближе и ближе. Это уже без увеличения. Реальное изображение водопада. Вот это здесь метет. Водный дождь. Пыль такая, жесть. Сдувает. Ничего не видно, объектив весь покрылся водой. Возвращаемся назад. Светит солнышко. Душа радуется. Находясь в Джилусу, нужно обязательно искупаться в бассейне с минеральной водой. Погружаемся. Так ты видео снимаешь, да? Ну, так.
Снимаю, снимаю, Вова, рассказывай. Как ощущения? Ощущения супер. Залезай. Почувствуешь сам ощущения. Всю жизнь буду помогать. Слышь, там негр сидит и пяткой фигачит по спине. Ты булки-то не расслабляйся пяткой. Он уже расслабил. А, я тут. Ослики милуются. Целуются. Как писали братик Стругацкий, пикник на обочине. Остановились по дороге с Джилусу назад. Всем уже лень доставать столы. У всех закопаны. Поэтому едим по старинке. Ага, вот так вот. Вы меня решили прям перебить. С каким-то предложением. Да мы найдем варианты, приезжайте. Давайте, да, на Дастер на Хурлакёль был вариант, но что тут, решили соскочить. А там, кстати, водопадик просматривается, красивенький, интересный. Здесь местные барабан играют. Ах, пошли, пошли танцы, а? Лезгинка. Ну и вообще, остановились в красивом месте. Две машины у нас уже соскочили. Да, как собаки. Спасибо, целитель. Один Дастер уехал раньше, и Каптюр вот недавно поехал в Краснодар. Остальные пока здесь. Разогреваем шашлычок. Ах, вкусняшечки. Безумно красивые цвета. Такой ярко насыщенный желтый. Какой-то горчичный цвет. Дорога назад. Затянута туманчиком. Моросит легкий-легкий дождик. И вот такие облака. Ну а если вам понравился фильм, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты, пишите ваши вопросы и комментарии. Буду рад с вами пообщаться. Также смотрите другие интересные фильмы о наших путешествиях и покатушках. До встречи на канале, с вами был Андрей Каспер.